Сегодня социальные сети в республике всколыхнуло видео, на котором подросток избивает мужчину. Все происходит в подъезде жилого дома, где группа ребят школьного возраста сначала пропускает жильца наверх по лестнице, затем из них следует за мужчиной и начинает на него нападать. В МВД республики уже подтвердили, инцидент действительно произошел в Нерюнгри. Получившее распространение в сети Инстаграм видео было нами изучено. Установлено место происшествия в городе Нерюнгри. На данный момент сотрудниками ОМВД России по Нерюнгринскому району проводится проверка.